Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War. Ребята, это третья часть, ремейк, в общем, крутая графика, все очень супер сделано. Мы продолжаем нашу битву. В роли Кратоса мы идем и покоряем Олимп. Но пока нам нужно отсюда выбраться. В чем премудрость? Мы попали в царство Аида. Мы умерли, и нужно оживиться, так сказать. Пойти наверх. Нам сказали, что мы не подходим для них, потому что мы еще рано, короче говоря, пришли в это царство и отправили, сказали, иди отсюда, Кратос, вали, вали быстрее отсюда, сваливай. Я теперь пытаюсь куда-то идти, найти выход. Я думаю, это очень быстро все получится. И между делом собираем опыт, потому что он нам пригодится. Так, давай зачитаем. Три судьи. Царь Минос, царь Эак и царь Радамант. Судят. Те, кто достоин, отправляет в Элизиум. Угу. Так. А, ну это вот эти цари, которые держат цепь, мощную цепь, которая, так сказать, в этом царстве одна из важных. Огромная цепь. Сейчас посмотрим, что с этим надо сделать. Куда же Кратосу здесь деться, а? Я не знаю, надо просто прыгнуть попробовать и лететь. Да, я зацепился, хорошо, мог бы и улететь вниз. И тогда мой побег, так сказать, мог бы и не состояться. Эй, кто кричит? Я вон мимо видел, пролетел кто-то. Так, горшок с маслом. Огненная стрела, стоп. А что надо? А, поджечь надо, ребята, поджечь. Подожди. Ну... А, держать надо долго. Нет. Так, я что-то прошляпил где-то. Отвали! Сейчас я буду вас прям в воздухе рубить, ребята. Мне бы попасть в этот горшок. Что я неправильно сделал-то? Буйволы просто разлетелись. Куда? Иди сюда, я тебе говорю. На. Поговорим по-другому. Так. Безжалостно это было, конечно, сделано. Куда? Вот здесь куда-то пальнуть, поджечь надо. Как нацелиться? Да отвали, ты чё меня так подкинул-то мощно, а? Я тебя вообще не ожидал здесь. Я думал, ты уже там... К стене прирос, когда я тебя швырнул, ты об стенку шарахнулся. Все-таки я не понял с этими ветками. Че, куда, как стрельнуть-то? Ну-ка, переключись. А, вот. А что я держал? А, R1 надо еще задерживать, тогда все нормально. Вот и надо было, когда буйволы эти подходили, так и сделать, а пришлось биться с ними. Но ничего страшного. Опыт, как говорится, опыт. Бежим дальше. Свои клинки я держу за спиной. Кто сейчас придет, я быстренько достану, ребята, разберусь с ними. Ну, что-то особо, в принципе, никого нету здесь. Надо просто лететь. И вот падшие души, они падают вниз. Вот сейчас только что, пока я перепрыгивал, пролетела падшая душа. Вот еще одна улетела. Так, главное мне не туда, не это, не пропасть, не упасть-то. Полетели дальше. Ну, а это все, горшок что-то не бьется. Дальше надо, значит. Отец? Калиопа. О. Ты не моя дочь. Нет. Но я знаю, кто ты. Ты знаешь меня? Они сказали, ты придешь. Играешь в игрушки, Кратос. Кто это? Прячься, Аид. Аид идет. Твои фокусы. Как обычно, спартанец. Ты жестоко ошибаешься. Выходи, труп. Выходи тогда, чё ты, блин? Кричись, Кратос. Успокойся. Мы с тобой еще поиграем очень скоро. Давай поиграем, чё, я тебя не боюсь, между прочим. Я уже все испытания здесь прошел.
Мне сказали, вали отсюда. За ненадобностью. А куда мне надо? А, я за цепочку. Зацепился и пополз. Еще одна душа пролетела между делом, да? Ползи, ползи. Ладно, в этот раз хоть никто не нападает. То я в тот раз, когда лез по цепочке, мне хоть сзади, хоть спереди, все налетали какие-то черти. Здесь как-то поспокойнее. Давай, бросай, падай. Так, я так понимаю, вниз. Покатились вниз. Похоже, придется встретиться с Аидом. Он сказал, где-то я тебя буду тут ждать. Записка, нацарапанная истерзанной душой. Я была в ответе за него. Я должна была воспитать его. Объяснить, что есть добро и зло. Все, кто оказывается рядом с ним, видят лишь страдания и смерть. Его жена, его дитя, его брат и теперь я. Я подвела его, как мать, как человек. Все его грехи на мне. Накажите меня за то, что он совершил. И даруйте ему прощение. Ну, как бы так. Понимаю, что души свои изливают свою душу. Да, они пытаются здесь записочки оставлять. Но меня это никак вообще не колышет. Я просто ползу. Кстати, доспехи классные, да? Светятся при факеле вот этом. Видно вообще отражение. Специально эпично так показали. Вообще нормально. Мне нравятся доспехи. Идем дальше. Пока тишина, никто не нападает. О, кто плывет? А вот эти души, кстати, заблудшие. А, подожди, можно вот этот горшок пнуть. Ай, подожди, прям на меня-то не надо так делать, а. На меня швырнули, я не успел. Хотел я им горшок пнуть, но они его быстрее взорвали, чем я. Так. Здорово, пацаны. Подожди, подожди, вы что, вдвоем на одного, что ли? Я не понял. Отвали. Опыт дали, хорошо, молодцы. Так, что мне надо? Что здесь надо? Взять жизни или взять магию? Чего не хватает? Сейчас посмотрим. Костерок развели, да? Угли какие-то тлеют. Ну-ка, давай шарахнем туда. С лука. Ага. Подожжем коптильню, ребята. Жарко стало, да? Мы все-таки в царстве Аида, а тут даже вообще почти ничего не горит, можно сказать. Давай. Так, стоп. Магию возьмем, как раз пригодится. Ее чуть-чуть надо восполнить. И зачитаем новое письмецо. Новое письмецо, давай почитаем. Записка, нацарапанная истерзанной душой. Он мог спасти меня. Моя жизнь была в его руке, и он выпустил ее. Я был всего лишь капитаном корабля, но он обращался со мной как с последней рванью. Он виноват в моих мучениях, надеюсь, он тоже страдает в Аиде. Будь ты проклят, призрак Спарты. Такое гневное письмецо, короче говоря. Ну, не знаю, сами прям подкидывают что-то. Ну, разберутся, я думаю, сами. Что мне делать? Мне же тут жарко будет, ребята, полетели. Включаем крылья. Вот для этого мы, собственно говоря, и коптильню-то эту и подожгли. Идите сюда, ребятки, я вам знаешь, что расскажу? Я скучал по вам, можно сказать. Там две какие-то приходили такие же внизу. Эй! На, не успела. Куда ты поползла? Рычаг. А, без меня, что ли? Нет, 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 подождите. Чё по жизням? Жизни надо, восстановить надо немножко, потому что уже подбили. И так половина жизни все равно в царстве Аида только половину дают. Полоска зеленая наполовину. Да, ну отсюда мы пришли. Здесь дальше куда? Это что? Ага, так, давай. Стрельнуть сюда попробуем, да? Или ее надо вытащить? Ну-ка, подожди. Так, где мой лук? Развернись. Готов? Нет, надо вытащить. Вытаскиваем. И куда? Хорош.
Так, с лука, давай. Лук. Давай, заряжай. Вот, всех сразу шарахнули. Один остался, нет, двое. Да куда ты ползешь-то, а? Ползучая тварь. Так. Тихо сказал, сидеть всем. Опять появилась. Ну давай еще раз вытащим, только я не пойму, что с ней сделать. А, подожди, вон я могу наверх вон еще стрельнуть. Ну-ка нацелься куда. Нет, нифига. А, все, подожди, вытащим. Мне кажется, ее надо туда вот перевернуть. Так, как развернуть? Не, не так. Не так, подожди, вот так развернуть. И вниз ее спустить. Да? Сейчас посмотрим, подожди, или я ошибаюсь. Ладно. Она нам вообще зачем, я не понимаю. Так, здесь дальше никуда, да? Или ее вниз надо скинуть? Ну-ка, попробуем. А лифт как теперь лифт сюда прислать? Стоп. Так, поехали за этой штукой. Ну-ка, давай. Выходи, бери, толкай. Во, вот правильно, сейчас теперь правильно будет. Поехали вниз. Так, сообразить только для чего она нам. Что поджечь надо? Стоп, не бейте ее. Отойдите нафиг. Надо мне защитить эту штуку. Что-то надо с ней сделать. Успокоились, ребята. Приползли, если то все. Вы говорите с Кратосом. А у меня разговоры с вами короткие. Так, куда дальше? Хорошо, я ее забираю. Дальше я что с ней сделаю? Могу вниз только толкнуть. А, на жаровню. На жаровню вниз толкнуть. Что будет? Так. Мы дровишек подбавили. Дровишек подбавили, да? Погоди, меня бы не унесло. И выше полетели, да? Подожди. Выше полетели, иначе бы... А, ну мы здесь были, я не пойму тогда. А, вот! Меня сейчас раздавит так. Нет, не раздавило. Ну-ка, слезай. Как перецепиться? А, вот, все. Теперь мы можем выше... А, стоп. Здесь что-то горит. Ну-ка, возьми. А, все, ворота открыть надо. Давай. Здесь пару сундуков. Эй, руки отойдите, вы че, блин? Так, тут супер удар, где? Да не так. Во. Еще. О, отпустите меня быстро. Мне всего лишь надо пройти и взять. Достать этих сундуки. Посмотреть, что здесь есть. Раз, перо. Вы получили перо Феникса. Найдите еще два, чтобы увеличить запас магической силы. Перо это хорошо. Так, этот сундук откроем, давай. Это опыт, он нам нужен обязательно. Обязательно, потому что без него никак оружие мы не сможем развить. А сейчас у меня уже около 4000, когда будет опыта, можно будет и оружие развивать. Хорошо забрел, можно опыта много набить. Но это, конечно, дело скучноватое, так вот их лупить здесь. Я не знаю, они вечные, нет, но опыта много дают. Опыта очень много дают. Подожди, но это когда-то должно закончиться, мне кажется, это все ненадолго. Так. Так, ребята, осторожно, все. Все. Вот так побили здесь, подожди. Так, давай еще вернемся. Мне все-таки нравится, что опыта много дают. Давай еще наколбасим, а?
А, все, опытом. Все, похоже, все. Нет, не все, еще есть. Надо со всех выбить. Но это остатки уже, все, больше не будет. Во, вот так надо рубить. Вот и все. А че я так не бил? Вот так хорошо. Во! Четенький удар-то вообще. Вот еще руки висят. Надо с прыжка. Еще одна осталась. Ну все, я получается здесь хорошо. 4200 аж опыта было. 3500 всего. Четко, выходим. Дальше куда? Дальше надо попробовать выше лететь. Потому что там место-то освободилось, где эта штука стояла. Вот туда надо наверх. Все, идем по коридору. И я думаю, сейчас кто-нибудь на нас может вылезти. Ну посмотрим, посмотрим. Вот они, заблудшие души. Так, нам надо магию восстановить. Потому что мы магию уже подисчерпали, надо маленечко восстановиться. Так, жизни тоже можно. Давай, давай, открывай, Кратос, все хорошо будет. И выходим на площадку здесь, посмотрим, что. Вид открывается офигенный, конечно. Видок офигенный. Опыт, опыт. Вот этот ящик надо обязательно открыть. Здесь много опыта дадут сейчас. Статуи стоят тут. Давненько, наверное, стоят. Ну-ка. Бездна Тартара. Опаленные земли простираются до горизонта. Не, ну реально, тут все сожгли, просто сожгли. О, нифига себе, мне что с ними бороться сейчас надо? Отвалите, ребятки. Капец. Получай. Ты здоровенная громила. Есть. А теперь моя очередь, братан. Ты что думал? Один такой крутой, что ли, а? Где еще один? Давай, 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 на меня нападаешь, что ли, да? Ну давай попробуем еще. Сразись со мной. Ты не успеваешь даже кувалду свою поднять. А теперь мой выход, братан. А, не то, не так. Блин, не та кнопочка. Стоп. Отдай обратно. На, еще разочек. О, нифига, скелетов выпотрошилось с него. Да отвалите вы, ребятки. Дайте мне вон с тем разобраться, с огромным. У него еще молоток в руках. Вы что, это третий, кстати, громил. Их всего три было здесь. Надо его последнего, так сказать, изничтожить. Есть, готово. Все, поехали. Отдай сюда. Получи. Еще, все. Все было четко. Так, я письмо уже прочитал. Письмо там прочитал было, книжка стояла. Осталось забрать вот эти все, разбить... Графинчики, что там стоят? Вазы, пошли дальше. Все, забрали опыт. Ну все, тишина, вроде никого нету. Я не думаю, что мне надо это перепрыгивать. Скорее всего, надо вниз туда падать. Да? Не, ну прыгнуть-то надо все равно. Потому что внизу бездна. Вот, да-да, все. Жизни восстановим, хотя почти целые, но ничего. Нормально уже насобирали опыта, а? Так, куда? Вниз. Кто там? Кто-то здоровый. А, это Аид, что ли, такой здоровый? Слышь, Аид. Ты что там делаешь-то, пригнулся? Ну-ка, поднимайся. Голову подними сюда. Я к тебе пришел. Я Кратос, самый лучший в мире человек. Полубог, так сказать. Эй. Кузница, так. Пощади меня. Клянусь тебе, я дорого заплатил. Успокойся. Кто это? Бог? Бог-кузнец. Ну, здоровый, а. Гефест, а, это Гефест. Спарты? Это ты. Ну и ну. Я думал, Зевс уже убил тебя. А я думал, ты уже вышел из этой пещеры. Не тут-то было, меня убил. Зевс
заточил меня здесь, но именно ты виновник моих мучений. Я ничего не сделал тебе, Гефест. Мне нужен лишь один бог Олимпа. Да, если на нем ты и правда остановишься. Я ищу пламя Олимпа. Ты слышал о нем? Зачем оно тебе, спартанец? Зачем? Не твоего ума дело. Говори, знаешь ли ты о нем? Все дети Олимпа знают о нем. Все мы почитаем его силу. Оно коварно, не дай ему обмануть себя. Ни богу, ни смертному не дано к нему прикоснуться. Я должен найти его. Кто способен найти выход из царства Аида, тот без труда сможет отыскать и пламя Олимпа. Да ну тебя нафиг, блин. Ты очень помог. Спасибо тебе, Гефест, ни хрена ничего не сказал. Здоровый, блин, правда такой. Так, что надо сделать? Мы пришли оттуда. Вон наверху есть что-то. Так, ну это выход, мы оттуда пришли. Если что, можно будет выйти, как говорится, обратно. Но нам это, я думаю, сейчас не надо. Так, ребята, продолжим в следующей серии. Всем удачи, спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Всем спасибо, всем пока.